Во вторник в Самарской области будет ясно и малооблачно, местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура 22-27 с плюсом, ночью 14-16 выше 0. В Сызрани небольшая облачность, днем плюс 26 градусов, ночью плюс 14. Ветер северо-западной скорость 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, плюс 24 градуса в дневное время, ночью 16 выше 0. Северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков. Дневная температура 25 градусов, тепла, ночью плюс 16. Ветер северо-западного направления, скорость 5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%, температура воды в реке Волга 21 градус. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.